была идея. Собрать в один отряд группу необыкновенных людей. Чтобы вместе мы стали чем-то большим. И когда понадобится, могли сразиться там, где другие бессильны. В свое время вы познаете горечь поражения. Когда свято веришь, что твое дело правое, но проигрываешь войне. Одни трепещут, другие бегут. Судьба настигает всех. Всем привет, дорогие друзья, добро пожаловать на мой скромный канал. Для тех, кто пропустил стрим, я решил вырезать этот момент и добавить его сюда на канал. Очень информативный видос, очень интересный, устраивайтесь поудобнее. Он большой, он идет больше часа, как вы поняли, но дело ваше уже, я не стал его дробить на части. Когда захотите, нажмете на паузу, что захотите, то и перемотайте. Решать вам. Итак, краткая предыстория, кто такой UFC. Я включил стрим, и во время стрима, когда мы бегали, фанились, мне написал Тёма UFC, с которым мы играли еще в 17 году, мы с ним начинали буквально вместе бегать. Здесь мы бегали, если я не ошибаюсь, то в Bad Gnome Gang, если я ошибаюсь, то в Holy Brothers, а возможно и там, скорее всего. И мы начинали вместе бегать, и уже тогда с Holy Brothers у нас начался сыпаться клан. И мы решили пойти в клан Steelwheel. Мы вместе тогда решили, я помню этот момент, мы обговорили и зашли в этот клан. С того момента мы начали уже топить уже до буквально там, наверное, в его случае до 18 года, если я не ошибаюсь, пусть меня поправят. В моем случае где-то до 19, да, там 20. Еще кто не знает, UFC это один из топовых VL-ов на сервере. Именно его пачка, стоп-пачка, это та пачка, которая наводила ужас на варов. Это именно эта пачка, которую даже вары признали топовой. А это дорогого стоит. Я обращаюсь к ребятам, которые сейчас играют в стилах. Именно новички или те, которые агрятся на нас. Ребята, если по факту, то... Когда мы там играли, прям как в песне, а мы умели, а мы могли. Сегодня вы говорите, что вы скилловый, вы постоянно кричите, что вы трушный, но на деле ничего не можете, к сожалению. Я знаю, что возможно нужно время сыграться там, собраться, набрать онлайн. Это дело такое. Но на тот момент мы умели и могли. И именно пачка UFC... творила чудеса. Именно его ребята, некоторые из них по сей день играют в стилах, делали невообразимые вещи. И я писал невообразимые, крутые, крутейшие просто видосы. Скажу еще такой момент, что именно эти ребята, часть из них, ушли непобежденными с сервера. Когда мы были в клане стилов, мы выигрывали, мы тащили, у нас все получалось. То, почему сейчас в стилах не получается, много причин, но одна из них и та, что ребята ушли с сервера и оставили этот момент, что ключевые игроки, которых надо было беречь, об этом мы сегодня тоже поговорим, ушли по тем или иным причинам. Но в принципе, почему я именно добавляю это все сюда, потому что как бы я постоянно подаю подачу, да, с одной стороны, то есть оспорить ее никто не может, максимум может кто-то написать в комментариях, даже, ну, вот, любой КЛ, там, в сам клан, любой стилов может зайти и написать свою точку зрения, да, там, или срезов, да, любой вообще с сервера. Для того, чтобы вы не думали, что я там все приукрашиваю, что я обижен на клан Steelwheel, заходит человек со стороны, который уже больше года, может и двух, наверное, я не помню точно, он не играет на этом сервере. И он ушел непобежденным, и его пачка распалась. И он со стороны, как человек, с которым мы это все проходили,
выскажет свою нейтральную точку зрения. Нейтральную по той причине, что вы увидите не совсем, что я буду говорить, он будет согласен. Это как минимум доказывает то, что у человека есть свое мнение. Я не просил его заходить на стрим, это было внепланово. Он вообще думал поговорить тет-а-тет, но в этот момент я уже запустил стрим, и мы решили уже, ладно, пусть все слышат, пусть все знают. Ссылку на стрим я прикреплю. Сам видос я резать, скорее всего, не буду. Поэтому, ну, как бы, хотите стрим смотрите, хотите здесь. Кому как удобнее. Ладно, удачи, поехали, слушаем. Смотри, что-то в Ютубе, думаю, дай зайду, посмотрю, короче, на стримы Эмика, думаю, как там играет Clan Steel Will, короче, и так далее. Тут, короче, я упираюсь там в твои видеоролики, понял, там, посвященные тому, там, твоему отношению именно к клану Steel Will, там, и так далее. Да, да, посмотрел такой, посидел. И, честно тебе скажу, я во всем, в принципе, согласен. Во всем согласен. Единственное, я что могу сказать, как говорится, когда-то единственное, с чем я не особо согласен, только с тем, то, что ты сказал, что... чтобы изменить ситуацию, которая сейчас происходит там, с кланом Steel Will, там, да, там, необходимо, чтобы там КЛ что-то набирал. Чтобы изменить вообще ситуацию в плане Steel Will, необходимо, чтобы КЛ просто, блядь, начал что-то делать, понимаешь? Чтобы не за него что-то делали, а чтобы он что-то начал делать, потому что он нихуя не делает. Ну это факт. Это уже давно было ясно. За него всегда все делали ПЛ. Он ничего не делал абсолютно еще со времен, когда я играл. Когда я много играл от старичков, он никогда ничего не делал. Он что-то делал, безусловно, он собирал пакеты, он что-то где-то участвовал. Не, он делал, спору нет. Но сейчас он вообще ничего не делает абсолютно. Поэтому они и падают. Вот, очень много людей просто из-за этого, понимаешь, тоже кикнули. Сколько людей поуходило, из-за чего, опять же, кого набрали? Арчи набрал всех тех, кто похож на него по игре, понимаешь? Да, ну, да, да. Понимаешь, вот именно тех он и набрал. Если бы он взял бы, допустим, грубо говоря, допустим, ладно, пусть он там возьмет человека с клешнями, да, который особо там не умеет играть, там немножко что-то не знает. Так если бы в пакете были люди, которые могут действительно его научить, там, показать, научить, там, и так далее, да, там. Мы же когда ходили на эпике, по большому счету там. Пацанам было по кайфу играть. Из-за чего? Из-за того, что пейлы были ровные, а не из-за того, что там какой-то скилл был, не был там. Из-за пейлов в основном играли. Если пейл нормальный, то значит и все, и хочется с этим пейлом играть. А когда пейл, допустим, такой как Арчи кривой, естественно, играть не хочется, понимаешь? Вот ты и все. Ты не читал коммент, что написала мне Алина, там, где я делал видос, спустя 3 года ушел с клана Steel Will? Не читал там коммент? Не читал, кстати. Вот что-то я этот момент упустил вообще. Ну, это ты смотрел последний видос вот этот, да? Что типа, я что все вчера смотрел. Вот последний и твои 2 вот этих видео, которые посвященные были там, ну, вообще Steel Will. Ухода, да? Вот почитай, там есть или в первой, или в самый фактически нижний коммент, как мне написала Алина. Арчи, типа, в отличие от вас, говорит, набирает в клан, занимается, короче, движухой, короче, переживает за клан, короче. Ну, как бы я и не стал писать, что из-за него уже человек 100, наверное, ушло. Ну, там без смысла объяснять. И он такой скилловый пацан, как моя жизнь, если честно. Просто, знаешь, я скажу Алине так. Вот, я понимаю, что она, в принципе, я думаю, она со мной согласится даже, да. Мне есть что сказать по этому поводу. Если уж на то пошло, да, там. Давай начнем с того, то, что... Кто такой Арчи вообще сам по себе, что это персонаж? Он набирает людей, хорошо, он что-то делает, да? Но сколько людей от него ушло, ты правильно сказал, много. То есть, в принципе, по сути, его работы там нет никакой. Как есть и хорошее, так и плохое. Но от него уходят игроки стиловые, ну то есть скилловые, да? То есть именно те, которые умеют играть. А набирает он игроков рандомно, разница колоссальная. Так он крыс еще набирает, понимаешь? Он набирает крысюков. Вот в этом-то все и проблема. Вот Арчи, в отличие от некоторых, что-то делает. Давай начнем с того, с чего я ушел. Я ушел из-за того, что мне там нечего делать было. Резов мы задушили, конкретно задушили. Все, пиздец, мне там было скучно играть, реально. Мне было реально скучно играть. Мне уже просто было уже прям, понимаешь, неинтересно. Не было вот этого того ажиотажа, который был раньше, да, там, когда мы там прям боролись там за каждый эпик, когда были фаны там по 30 минут бой, блядь. Да. Весь потный, блядь.
У тебя руки, понимаешь, уже, понимаешь, мы же не играли на программах, да, как на X100, мы играли без программы, да, все, что Вары, что мы, и руки реально прям все настолько прям уставали руки, но что они немножко немели, понимаешь, руки, от того, что ты постоянно клацаешь, постоянно двигаешься, там, говоришь много и так далее, нервничаешь, стараешься. Как всем было интересно, мы такие фаны затащили, вообще клан был совсем другой. Приходит какой-то говнюк, вообще не пойми откуда, да, взявшийся, и начал делать так, как ему удобно. Понимаешь, ему мешали люди такие, как я там, как многие другие люди ему мешали. Это все знают абсолютно, что это, блядь, человек, ну, как тебе сказать, сам травили его за его игру. О, да, я же это и говорил. Я это тоже все травили его, что он не умеет играть. Это было всем видно, что он, блядь, ну, ноль. Как можно. Так разговаривает он больше всех. Посередине файта просто съебаться. Просто уйти. Понимаешь, он сказал, что он ушел, на самом деле он был. Он двигался, я же видел. Но он ничего не делал, он просто двигался, и все. Он на месте стоял, он ничего не делал, понимаешь? Это первый момент, как он Тараса нам запорол. Я много чего помню, но опять же, бог с ним. Просто мне единственное, что поражает, это отношение самого Лепесина к нему. Да. Знаешь, вот честно говоря, понимаешь, что там идет стрим, не хочу так жестко сказать, да, там, но в принципе, другого я слова не могу. По факту, не то, что ты же не обижаешь. По факту он сосет КЛ. Заглатывает, да, причем да. До по самой гланды. Засасывает до такой степени, что КЛ уже голову теряет. И он уже по факту не КЛ, он уже не знает, кто он. Пыль. Да, это факт. Это факт. Ну, от этого убегать нельзя. Я понимаю, там у них позиция клана какая всегда была. Если мы пизды получаем, значит их больше. А когда играли старички, было всем насрать, сколько их пришло. Насрать абсолютно. Да, больше, да. Меньше, неважно, похеру, сколько пришло. Мы их сейчас выебем. И мы их ебали. Мы 3-4 катки проигрывали, а пятую решающую катку мы тащим. Потом шестую тащим, потом седьмую тащим. Находим правильные паки. Ебем мозг КЛу, понимаешь, чтобы что-то изменить. Сейчас этого нету. Никто ничего не хочет делать. Раньше зайди ко мне в пакет. Никто никогда не говорил о пирожках. А если говорят о каких-то пирожках, о каких-то там, блядь, луках, там, сколько что стоит, эпиках, кто что стоит, все, пиздец, рост сразу закрывался. Мы идем на эпик, все. И обсуждаем только тактику. Сейчас такого нету. Всем насрать на это. Идут, смеются, что-то ржут, блядь. Резы мотивированы больше, чем стилы. Почему? Потому что они, ну, реально проигрывали. Я не говорю про эпик, на эпик насрать. Сам факт. Люди собираются для того, чтобы подраться. Резы собрались, чтобы подраться, да? У них есть там мотивация. Какая мотивация? Выебать стилов. Просто там по скиллу, неважно. Дело третье. Выиграть. Все, прийти на эпик, выиграть. Исход такой, выиграть по замесам, кто умер, кто проиграл там, да, кто больше всех упал, и кто забрал эпик, все, пиздец. Резы сейчас, естественно, они лучше, они выиграли много, как ты сказал, это месяц, я точно не знаю, ты говоришь, месяц они забирают эпики. Месяц, да, вот. Это все, это показатель уже, все, это уже унижение. Это унижение, это беспомощность, понимаешь? Месяц вы реально забираете два года эпики, забираете. Вы можете еще таких два клана собрать, вы можете с такой зерк собрать, еще по два эпика им накинуть за эти два года. То есть у вас заряда не меньше, чем у резов, а где-то даже и больше, потому что резы, я больше чем уверен, половину продали нахрен. Смотри, продали. В чем прикол, что они рассказывают, что вот они ровные пацаны и все дела, но на самом деле они сидят, пережидают, когда у резов упадет онлайн, и тогда они выступят как типа вот они красавцы. Блин, да. А сейчас дать нормальный бой вы не можете? Ну, в чем проблема? А проблема в одном. Потому что нет КЛ. Все, это когда у нас только начиналось вообще в Стилвилле, я еще помню, мы обсуждали этот момент, и мы говорили, КЛа нет. Сейчас он вроде бы есть, и вроде бы нет. Человек, был тогда с еще, которым мы играли Тёма и Бризи. Вложили весь сервак. Вот этот человек вообще, на самом деле, красавчик. Вот реально. Но Тёма Бризи, блядь, говорил все как есть, глаза, ни от кого ничего не скрывал, этим он мне пиздец нравился. Также мне нравился, блядь, был такой ВЛ охуевший, Люкс, блядь, я про него много кто вообще забыл, этот человек, из-за которого, опять же, он ушел по большому счету из-за Арчи, он его постоянно бесил. Конечно, он, я не знаю, он сейчас играет, правда, не знаю. Я думаю, он в силах. На моей памяти он ушел.
Ну, Люксу этот, как бы, Арчи никогда не нравился. Потому что Арчи всегда сувал нос в нос, именно в наш пакет. У нас всегда играли одни и те же биши. У нас были биши на замену, да, там, то есть нам было насрать. Мы должны были играть в топ-пакете самые крутые биши. Автономно, я помню. Когда вы играли, я вообще не заморачивался дебафать. Я просто прибегаю на изи, все стани стоят. Да, я просто ходил себе, развлекался, мог чат писать. Мне вообще было фиолетово, но на изи все было. Ну, тогда, потом, знаешь, это все пропало. Вот смотри, сейчас напомню тебе ситуацию. Никто тогда вообще по поводу Эмика вообще не заикался. Ты был как привидение. Да. Ты что есть, что тебя нету. Без тебя могли решить любой момент там в плане Эмика. Понимаешь, как только старички ушли, все. Эмик, ты там меня заблочил. Эмик, ты там что-то сделал не так. Эмик, ты не доигрываешь. Да, понимаешь? Да. То есть... Клан проебал из-за того, что Эмик где-то что-то сделал не так. Ну вы что, ебанутый? Да. При чем тут Эмик? Это один человек. Я понимаю то, что да, если в пакете есть один якорь, да, пакет может посыпаться, не спорю. Так я не ключевой игрок, понимаешь? На мне так не вот было ассиста. Я вообще там, по сути, ну, дополнение. Тем более, если взять последние полмесяца, вот когда я был в стилах, мне даже пати не давали. Я тупо бегал. Почему я бегал на луке? Потому что я не мог дождаться пати. Мне никто его не давал. Я пишу, дайте пати, тишина. Я молча пошел, взял лука и бегаю себе, просто смотрю обстановку, снимаю как есть. Как только что-то пошло не так, ты на своем луке, ты уже задолбал. Это вообще абсурд. Беру вот ММ, пати не дали на бае. На бае мне не дали пати. Я стою как дурачок. Это вообще абсурд. Я последний раз, короче, общался, получается, ну, не знаю, может быть, я точно не помню уже, я заработался, я точно не помню, когда это было. Я даже на X100 сейчас, на самом деле, редко стал играть из-за того, что я сейчас очень много работаю, мне сейчас, ну, как бы, не до игр, да, там, условно. Но я как-то раз поговорил с Тёмой Бризи, мы в Тейсе общались с ним вдвоем. Он говорит, он мне предлагал, реально. Они, ну, как бы, не то, что предлагал, но говорит, он просто спросил у меня, у тебя вообще есть желание вернуться на X1200, там, да, там? Я ему говорю, на самом деле нет у меня желания. Меня там сейчас ничего не ждет. Стилвиллы меня не ждут. То есть я как игрок им там не интересен. Почему? Я отвечу, потому что я буквально недавно зашел к ним в ТС, с меня сняли админку, я там уже чужой человек, то есть, да, там, грубо говоря, там, я там никто. Угадай, кто это делает, угадай. Я знаю, кто это делает, я понимаю то, что это делает немножко такое, ну, ты понял, да? То есть, крысок говно. Вонючий. Ну да, вонючий говно, крысок. Это делает говно, ебать, конченое, понимаешь, который сам никто вообще извател никак, он ничего, по сути, ну, ничего не добился. Сейчас, по большому счету, Арчи, у тебя, вот я, если ты, допустим, будешь смотреть, у тебя все карты на руках, да, у тебя руль. Не у Макса или PC на руль, у тебя. А ты просто, ты ноль. Ты показываешь свой результат, нулевой, ты ни о чем, ты ноль. Ты ничего не можешь сделать, ты не можешь никак повлиять на исход. Понимаешь, ты ноль. Когда играл там я, если уже говорим обо мне, да, вот как я возьму себя, да, вот я буду про себя говорить. Когда играл я со своими ребятами, когда там играл Люкс, наши пацаны играли, еще те, кто еще до сих пор остался, Коуч там Идли, блядь, Топ Биш, нахуй, плюс еще с нами играл этот, как его, Урбан, блядь, ты че, такие биши крутые. Да. У нас много классных игроков было просто до хера в стоп-пакете. Понимаешь, мы реально давили на Кэлла, мы давили на Макса, мы с ним обсуждали. Потому что вы парились за клан, потому что вам клан был важен, а ему нет. Нам было похуй на эпик, вообще, мы шли на драку, нам было насрать, выиграем, проиграем. Мы шли, чтобы просто их убивать, мы не шли там забирать эпик, нам было насрать на него. У нас была идея. Здесь сейчас нет идеи, у вас какая-то алчность к этому ебучему эпику, вообще вопленому, который стоит там копейки, блядь. И вот это, конечно, меня убило, понимаешь? Общение, ты же видишь, из-за этого получается общение, там уже начинает общаться, как у Бубочки, да, в клане. То есть, да, оскорбляют друг друга. У нас, я помню, куда ни зайди, когда бы ни происходило, всегда на фане, всегда лайтово, в любую место, да, зайди, да, всегда, да, было приятно и адекватно. У нас классные пакеты играли, у нас охуенные пацаны катали. Когда мы резов прям душили, а мы их душили, и не только резов, весь сервер душили, просто... И мы не плакали, когда их было больше. Единственное, когда я вот прям против резов шел, только после одного момента, когда я вообще психанул против них. Это когда они поставили первый раз вот за всю мою игру, да, на 1200 купол на Тарасе. Это был единственный момент, когда я прям взорвался. Я им там такое написал, там вообще просто пиздец. И то, после, спустя долгое время, меня, как мне говорил Бризи, в принципе, я не знаю, там,
Он там рассказывал, там вроде как хотели, чтобы я там за них поиграл немного, да, там зарезав. Там заскочил, там зарезав, может быть, не один, может быть, с ребятами, не знаю. Ну, как бы просил меня, да, там есть желание, там, да, там, то есть задал вопрос, не просил, а задал вопрос. Я ему сказал, говорю, блядь, мне, ну, не в кайф. Я как-то раз, когда играл в стилах, я сказал, я никогда в жизни не буду играть в резов, это вары мои. Если я приду на X1200 пофаниться, я зайду за нейтральный клан и буду душить и тех, и тех. За нейтральный клан, за самый слабый клан, который там есть, я за них пойду. Но за резов не пойду, это было мое слово, да, как бы. Можно было в качестве прикола, знаешь, я говорил ему, типа, я могу в качестве прикола заскочить зарезов там, грубо говоря, да, там, ну, условно, плюс-минус там, ребят там, где-то пакет привезти там, да, грубо говоря, там, чисто по угару, понял, там, а может быть не пакет, может быть даже 3 пакета. Слышишь, нас походу этот, весь стил изошли, у меня 30 слушать, человек онлайн. В принципе, мне скрывать нечего, я человек такой, я прямой. У меня был вариант чисто угарнуть, знаешь, привезти там пакеты 3-4, мы там с Тёмой угорали, типа, прикинь, так вот реально, взять там, заморочиться, привезти там пакеты 4-5, вейлов, тупо, блядь, вейлов там, либо там оверов, да, и просто шапками закидать чисто на угаре, просто на угаре, поугарнуть и уйти, понял, просто угарнуть. Ну это было бы прикольно, было бы смешно. Не о тебе, а типа, как бы это... синий. А я сказал бы, нет, я не пойду как бы в резы, как бы, что бы этого не случилось, как бы там ни было, я не пойду играть. Почему не пойду? Не пойду против таких ребят, как Коуч. Как Алина. Вот почему я не в резах до сих пор. Вот, потому что там Ярик, там Коуч, да, там Ярик, Раном, как кажется, там, ну, там еще есть ребята, там которых я уважаю и против которых я не буду драться. То есть, и когда я бью стилов, то я бью исключительно вот эту мразь, типа Ситоры, типа там Devil in Me, типа там бывшего Тучку, вот именно таких. И именно поэтому я еще не в стилах, но стилы мне каждый день написывают, что типа вот я на подсосе бегаю и резов. Это вообще дичь. Это просто... Это давление, знаешь, как это мнение опять это же... Это обиженные, понял? Когда падаешь целый месяц, начинает подграть. Кто виноват? Эмик, конечно, потому что резом без смысла что-то рассказывать. Знаешь почему? Потому что ты факты на лицо показываешь. Ну, вот, то есть вот. Ты просто выкладываешь видео, где по факту видно, кто они проебал, кто там выиграл. Все, там вот он, факт. Люди. Ты нейтральная сторона, ты, да, там, неважно, где ты бегаешь, ты по факту. Да, там показываешь, кто отжимается, да, грубо говоря, на эпике. Тем более я не бью, я просто бегаю, ну, по факту. А то, что они падают, это не моя проблема. Ты говоришь там про Ситуру, там еще про Кратуську. Я, честно говоря, эти ники уже забыл. Я настолько давно уже засел на X100, что я просто забыл ники, не знаю про них, я уже их не помню, по факту. Я помню только своих ребят, с кем играл. Помню варов, да, там некоторых, да, там покерист, там таких, да, там личностей таких более весомых, да, там, которые там очень давно играют. И так далее. То есть таких ребят я помню. Но как бы я ни относился, знаете, вот честно скажу, я очень негативно относился к резам. Да, честно скажу, и были есть причины на это, могу обосновать даже, да, там. Но одно знаю точно, за что я их уважаю. А уважаю их за то, что они не использовали никогда программу. Никогда. Вот сколько мы против них играли, Санчес использовал, я его полил. А вот они, вот именно их клан, никогда не играли на проге. За это им большой респект. Они играли руками. Это скилловые игроки. Пусть они там проигрывали, неважно. Они скилловые. Они придут на X100. Если на X100 просто отключить сейчас, допустим, грубо говоря, проги всем, они резы выебут в любой клан. Любой. Стилы любой клан тоже выебут. Это X1200 тема отличается, что там пацаны играют руками. Там нет прога. Именно эти два клана играют всегда руками. За это огромный респект обеим кланам. Это два бар-клана, да, которые постоянно воюют друг против друга. Да. Это круто, блядь, это контент реально, крутой контент. Для человека. Для тебя это контент, да, там, ты как стримишь, да, сервер. То есть это охуенно. Пацаны дерутся на равных, руками, блядь, не жопами своими, да, не просто за ними автомат работает, а они сами это делают. Это реально круто. А то, что сейчас сделали с кланом Steel Wheel, я говорил Коучу. Правда, у нас не получился с ним разговор, потому что у него был эпик, а я там по своим делам отлучался. Но я ему говорил Коучу, Коуч, это пиздец, то, что у вас происходит. Ну, как бы, я всегда считал, допустим, клан Steel Wheel своим кланом. Я всегда думал, что я в любой момент, когда захочу, когда будет желание, смогу туда вернуться. А получается, я захожу в ТС, а я там уже, понимаешь, там, ну, никто и звать меня никак. Тебе Папа привет передает.
А, ему тоже огромный привет. Кстати, Пабло тоже. Я хочу больше сказать. Помнишь историю за Пабло, как за него весь клан стоял горой, а тупо эти говноеды его взяли и слили? Горой все стояли, вся пачка туда мозгилась. Я тебе говорю, блядь, это самый лучший, кто бы не, сейчас не слушал твой стрим, кто бы его не смотрел, хочу сказать всем. Самый крутой ассистер вообще на X1200, на X100, блядь, это Пабло Эскобар, ебай. Лучше него ассиста нету, никто не сможет его раздать. Ты его руками. Он всегда раздавал руками. Все знают клан, блядь, этот, как их там, блядь, я забыл уже. И Full Control, или как-то там, я уже не помню. Которые постоянно фармили Дина, да, там, РМТшники. А у них, они все на пруде играли. Он всегда играл руками. И он охуительный ассист раздавал. На моей памяти лучше него никто никогда в жизни не раздавал. И потеряв такого человека в клане, они потеряли много, кучу потеряли. Потому что Макс Лепесин, он его постоянно контролили. Ну, допустим, Пабло. Почему Пабло постоянно пакет падал? Да потому что у него в пакете играли раки. Раки у него играли, поэтому пакет у него падал, потому что они умеют двигаться. Ему, так ему и не давали играть толком, его постоянно тягали куда-то. Его сжирали просто. Лепесин его берет к себе в пакет. Нахуя ты его берешь себе в пакет, если он ассистер, блядь? Нахуй ты его берешь? Это топовый ассистер у тебя в клане. Я ему постоянно об этом говорил. И не только я. Он, может быть, даже это сейчас и не вспомнит. Ну, мы старались сделать грамотные пакеты в пакете, да, там, именно в клане, да, там, в Steelwheel. Грамотно все сделать. Мы смотрели на то, как люди играют. То есть, если, допустим, Пабло мог охуенно раздать ассист, значит, ему нужно было добавить нормальных игроков, да, там, то есть дать ему рулить. Он должен быть фейлом, он умеет это делать. Пусть он, может быть, там не говорит. Он всегда говорил: ребята, да, просто берите ассист и передвигайтесь по мне. И пиздец, и все. И хотя бы это делайте. Ярик привет передает. Кто? Ярик. О, Ярик, вы тоже здоровый, большой привет. Вот, понимаешь, вот из-за этого, понимаешь, из этого пидораса Арчи мы потеряли и Пабло, мы кучу много людей клан, потеряли. Клан, в целом в клан. В целом в клан, да. Я ушел по собственному желанию. Я не говорю, что я там из-за Арчи ушел. Нет, ну что, из-за такого говна я же бы ушел, да ну нахуй. Понимаешь, это он бы раньше бы съебался, чем я. Но я ушел по собственному желанию. Никто меня не кикал, я сам ушел, потому что мне было не по кайфу уже. Потом Урбан ушел, потому что мы тоже было не по кайфу там играть, да. Уже было неинтересно там уже. Потом ушел этот Эдик, понимаешь, потому что тоже ему было не по кайфу там играть, ему уже было неинтересно там, там не было, ну, блядь. Знаешь, мы те люди, которые любили пот, то есть, знаешь, где надо потеть, где ты слабый, а против тебя сильный, знаешь, вот мы такие люди, мы хотели играть против сильных, слабыми быть, да, там, не знаю, как это сказать сейчас. Да. Это было кайф, когда ты тащишь что-то сильно. Сука, сейчас у вас есть все, но у вас нету, блядь, просто костяка, у вас нет фейлов нормальных. У вас, я знаю, я больше чем уверен, Арчи раздает оси. Но он ноль. Он ноль, Арчи, если ты меня слышишь, блядь, купи хоть программу, ебать, рукожоп. Ты, блядь, ноль нахуй, без палки, ты ничего не можешь вообще. Купи хотя бы прогу, блядь, отдай там 700 рублей, хотя бы ассист по проге раздавать, ты руками не можешь, ты ноль. Я и то в ВЛ, блядь, лучше тебе ассист раздам. Это многие в клане подтвердят, блядь, даже тот самый Ярик подтвердит, блядь, Пабло подтвердит, да многие пацаны подтвердят. Я, блядь, в ВЛ, нахуй, раздам лучше тебе ассист, блядь. Какой с тебя ПЛ? Кто мне накрутил онлайн? Я считаю, единственное, как можно сейчас затащить резов, я думаю, это надо просто взять... КЛ на себя ответственность. Взять руль. Иначе, блядь, Арчи просто, блядь, ведет их просто в дно. Вот я об этом и говорил, но, естественно, нас же никто никогда не слушал. Никогда. Конечно, никогда, ебать. А ты знаешь, чтобы нас услышали, это надо было скандал, мне надо сказать. Это надо было Тёме Бризи сказать, потому что Тёма Бризи реально мог сказать. Гансу надо было подключиться. Там, я уже не помню, Эдик еще подключался, Мансори, блядь. Да много кто подключался, чтобы на него надавить, блядь. Именно те, у кого есть яйца, на него давили, на Лепесина. Ну, так у нас тогда это время не занимало, трындец. Конечно. Чтобы до него донести, это нужно было уйти полтора часа потерять. Два часа потерять, чтобы до него донести. И большое, большое спасибо тогда Алине. Алина еще большой вес имеет. Она постоянно нас поддерживала. Не Макса, нас поддерживала. Да, но Алина уже другая, я тебе скажу. Уже я не знаю, какая там Алина, я помню ту, которую я помню. Вы можете что угодно говорить, но я ее знаю, той, которую я знаю. Девчонка реально молодец.
постоянно была на нашей стороне. Она нас поддерживала, и благодаря ей клан был кланом. Потому что Макс к ней прислушивался, к нам прислушивался, и, конечно, мы сделали из клана, грубо говоря, ноль, сделали, блядь, реально, блядь, скажем так, не ноль, а, блядь, пиздец какой там клан. То есть мы просто убили ред, вытеснили их, они вообще пропали из виду, блядь. А сейчас они вернулись. И что теперь делать? Все, пиздец. Макс уже привык ничего не делать. А да, да, на изи приходить и забирать в постой. Да, все сейчас типа на плечах Арчи, Арчи и Барак, он не справляется, все пиздец, бейлов нету. Просто смотри, понимаешь, раньше за счет скилловых пацанов в клане они вывозили, да, а сейчас сам он, будь он трижды скилловым, или Писин там, или Ситора, они не вывозят, потому что от того, кого они набрали, и того, кого они потеряли. И из-за этого они теперь сидят на подсосах и кричат резом, что вы там на себя берете, нафиг вы такой онлайн делаете. Так а вы ж, типа, трушные пацаны, вы там скилловые, как мне писали, что они там круче любого на любой профи. Ну так, что вы не показываете скилл? Вы сейчас должны выносить, судя по вашим словам, вы должны одной пачкой реза выносить просто как в мясо. Согласен. Ну, опять же, если, как ты сказал последний раз, я последнее видео твое смотрел, ты сказал такую фразу, я тоже был в шоке. Ну, как бы не фраза, а предложение целое, да, там? По поводу того, что без ВЛов уже ходит, ёптвою дивизию. У нас такие топовые мемы в плане, там, да, в стилвилл, что можно уже без ВЛов ходить, бля. Да, да, да. Охуеть не встать, бля, охуеть. Еще нашли против кого выйти без ВЛов, против, блядь, резов, бля. Выйдите без ВЛов против Бубочки, бля. Против клана, там у них бегает там 6-7 человек, а то там может быть девятка соберется когда-никогда. Против них бегайте без вэлла. А вы, блядь, нашли против кого без вэлла бегать. Резы, извините, блядь, всегда бегали с вэллами. Всегда, как бы не было. Они без вэллов не пойдут никуда. Это же, блядь, ну, нет смысла вообще идти. А знаешь, почему идут без вэлла? А потому что все такие пиздаты. Все, к нахуй, да, я, да, там, ассистер. Да ты ноль нахуй, ебать. У вас в пакете, вы, знаешь, самое конченое, что ЧСВ слишком высокое. Вот, вот самое из-за этого, да, да, да. У нас, блядь, пацаны, вот, допустим, когда мы идем на эпике, я, допустим, помню за себя. Я пацанов, те, кто играли со мной, да, там, в пакете, у нас пацаны, я всегда говорю, привет, ты очень вовремя. Мои пацаны не виноваты. Мои пацаны отыграли на все 100. А если где-то и виноваты, то и виноваты не они, а виноват я. Значит, я где-то доиграл. Вот и все. У нас, блядь, просто мы как бы друг за друга были. У нас никогда не мог ни один пакет спиздить биша. Биша какого-нибудь нашего. Биша никто не мог спиздить. Так да, бы не хотели. Потому что весь пакет сразу говорю, пошел ты нахуй, Арчи. Арчи сколько раз пытался, но не получилось. Он когда идет к нам в пакет, его хуями крыли. Пошел нахуй. Я был тогда. Его я постоянно помню. Хуями крыли, иди нахуй отсюда. Да, да, все, да, 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 не заходи сюда. Все, тебе здесь не дорога закрыта. Он вот там пососал хуй этому. Вообще Арчи сосет его, член. Постоянно. Он сейчас сосет этому, скажи, Кэлу, блядь. А там он сосал, ебать, член этому, блядь. Урбану, сосал член, блядь, Никите, этому, как его, Бахубали, там было время, там, они там в доте там играли, и все, он там присосался к ними, ебать, и пиздец, ебать, понимаешь, и думает то, что если он там в доте там с ними там подружился, что теперь все, можно у нас биша, ебать, брать. На подсосе, всегда на подсосе. Конечно, подсос, блядь, самый натуральный, и когда тебе пишут, человеку нейтральному, который отыграл в стилвилл пиздец сколько времени, да, который рекламировал клан стилвилл, который показывал факты, когда вары там лайли, да, там про поводу нас, а ты хуяк видео выносишь, где факт, где есть факт, что весь север, а мы их ебем, и где они затыкают рты, да, там. Были моменты, не спорю, когда резы нас переезжали, да, там, и может какие-то видео ты не выкладывал, да, там, какие-то видео с поражениями, да, там, но концовка всегда была одна. Да, там, что мы дрались, какие-то замесы, где мы выигрываем, ты их выкладывал. Даже ты выкладывал те моменты, где мы проигрываем, и не раз ты их выкладывал. Но никто и в клане тебе ни разу не сказал, Эмик, не выкладывай там, блядь, видео, где мы проигрываем. Ни один этого не сказал. Стрим так, как есть, все говорили, похуй, пусть говорят, что хотят, мы будем ходить и драться, мы их все равно выявим. Все так говорили, потому что мы были уверены в себе. У резов была всегда проблема, у них был всегда плохой стоп-пакет и мем-пакет. Да, это была ихняя проблема, у них стоп-пакет не умел отыгрывать. Почему?
Я не хочу на стриме говорить, да, там, хотя, в принципе, они уже догадываются, наверное, да, там, почему у них была проблема. Потому что у них каждый вейл бегал по себе. Каждый вейл бегал по себе, и пиздец, поэтому они всасывают. Мы настолько, скажем так, выросли, что мы не делали этого. Мы учились над ошибками, ебать. Сейчас этого нету. И когда заходишь, как-то раз, я тебе скажу, Эмик, зашел к ним в пакет, я охуел. Я просто реально в ахуе был. Блять, о чем они говорят? Они только что проиграли бой за 15 секунд. Ни больше, ни меньше, это я еще больше добавил. За 15 секунд только что бой проиграли. А они смеются, блядь. Да, да, да. Алло, про игроки, вы очнитесь нахуй. Вы только что въебали за 15 секунд, значит, надо что-то сделать, блядь, алло, нахуй. Нахуй вы пришли туда на сервер, если вы за 15 секунд пизды получаете? Я говорю, ребята, надо делать луков. Мне говорят, тебе надо, ты делай. Алло, ебать, я с топ-пакетом рулю, нахуй мне ваши луки, блядь. Никто не хочет, вы делаете ММ-пакет без валиков, вы ебанутые, блядь. Какой ММ-пакет без валиков? Я тебе скажу, последние разы, там, в 19 году набирали пати... Я не знаю, просто по знакомству. И когда ты заходишь по фулл заряду, в пати оказывались люди без заряда. И они были в пати, а я бегал без заряда вообще. Знаешь, то есть это было нормально. Знаешь, там типа взяли по блату людей, с клешнями, и все. И думаю, с клешнями, и все. И думаю, что сейчас все затащат. Слушай, я тебе так скажу, Эми. Я думаю, тебе не стоит обращать внимание, потому что в любом случае тебя знают ребята со стилов, тебе. Старички охуенно к тебе все равно относятся, как бы ты там какие видео не говорил. Я лично ничего не увидел из твоих видео, каких-то там перебарщиваний или где-то недосказанности. Ну, ты максимально корректно сказал, я бы больше бы добавил бы жесткости, чем ты. Понимаешь? И поверь мне, зашел бы Тёма Бризи, он бы еще больше бы огня бы закинул. Да, но я не стал. Знаешь? Уже, я знаю, что можно жестче, я знаю ты много информации. Понимаешь, ты знаешь, да, что, почему он ушел там? Знаю, я блядь, я ж молчу об этом, я ничего не говорю. Просто, блядь, это умалчивается, если бы об этом говорили, можно, знаешь, как говорится, много можно говна поднять, очень много говна, у каждого там есть говно, я не спорю, и у меня там где-то, может быть, там в закромах говно осталось, я не спорю. Но, блядь, ребята, я считаю, что это несправедливо по отношению к тебе, возьмем тебя. Я не буду себя брать, других тебя. Ты играешь там уже давно. Я тебе знаю еще, ебать, с каких моментов тебя знаю. Мы же вместе туда зашли. Конечно, мы как вы можете так относиться к человеку, который так долго с вами отыграл? Он же ничего, ни одной неправды не сказал. Все по факту. Знаешь, что мне сказали, типа? Смысл, мне написали, Алину почитаешь в комментариях. Она сказала, раз ты нас покинул, то туда тебе и дорога. Типа, ты нас бросил. А меня даже никто ничего не спрашивал, мне со мной не вели никаких диалогов. И я знал, что, в принципе, Липесин ничего же не сделает. То есть он за тучку, и я ж не зря добавил вот эту запись там, где, короче, он гонится с меня, что я, типа, там во время стрима там чат поправляю, что я, типа, такой кривой там вообще до жопы. Вот. Слушай, ну Алину можно понять. Алину можно понять, потому что, как бы, ну знаешь, как бы. Она всегда была справедливой. Но сейчас, вот на данном этапе, между. Она будет, я тебе скажу, как сейчас, она будет защищать Липесина, что бы он ни творил. Знаешь, у меня такое ощущение, я этого нигде не говорил, но прикол в чем? Липесин топит за клан. Он может и старается, но он спустил на тормозах слишком много того, чего он раньше не позволял. Ты помнишь раньше, если где-то какая-то ссора малейшая появлялась, он заходил, закрывал рот, всех успокаивал. Сейчас он спускает на тормозах. Я сижу, беру человека нового в клан, Арчи сидит, на него тупо гонит, человеку не дают даже слова сказать, он его тупо унижает, мутит и удаляет. Хотя, ну просто жесть. Я говорю, вы только что выкинули человека, который мог бы с нами бегать. Не, нифига, это все, короче, ну вот. И поэтому за это Липесин расплачивается. Хотя он не согласен. Я его очень сильно уважал, если не перебью. Знаешь, за что уважал его Липесина? Да. То, что раньше, мне нравилось, как он, знаешь, как делал. Если кто-то друг на друга там лаются, да, гавкают друг на друга, он там, допустим, там агрится, да, как это сейчас говорят, да, там, типа вот прям жестко, да, там, он всех тормозил жестко и говорил такие вещи. Он пытался найти компромисс, говорит, давайте все успокоимся, давайте поговорим нормально, да, там, условно. Потому что мы с семьей были, грубо говоря. Да, давайте сейчас нормально там поговорим.
Так, и выясним, кто прав, кто виноват из вашей ситуации. То есть был парламентером. Если у него не получалось быть парламентером, он просто наглухо кикал нахуй и говорил, все, иди, остынь, блядь, все, нахуй, иди отсюда. Все, он не церемонился. Он брал и выкидывал нахуй, если человек был неадекватный. Если человека нужно было пойти проспаться там, или еще что-то, может он просто быть, кикал все, чтобы быть. Его не было, чтобы он смуту не вводил, понимаешь, клан? Ну да. Сейчас все, этого нет. Это проблема. Алина, почему я ее понимаю, почему я могу ее защитить? Потому что Алина, почему бы так сказала? Потому что, конечно, ей неприятно. Она и так, Алина, многое потеряла. Она со многими хорошо общалась, дружила со мной и также с многими ребятами. Ну да, она сейчас между двух огней. Она сейчас между двух огней, да. Она понимает, что она видит результат Арчи, что он что-то делает, но и много говна делает. Она, как бы, понимаешь, не может, не знает, как правильно, куда себе, какую правильную дорожку выбрать. Понимаешь? И тут Макс ничего не делает, понимаешь? Яйца на полке оставил. То есть по факту ничего не делает. Естественно, конечно, я за Алину, конечно, заступлюсь, потому что, как бы, девчонка, она всегда была за справедливость. Она хотела всегда, чтобы я играл, чтобы старички остались. Она всегда была за это. Она понимала, чем это все грозит. Это грозит крахом. Это реально... Я помню, что Алина много людей возвращала, которые уходили, да, она мирила, да. Она молодец, она стояла. Я даже, я не помню, в первой или во второй части я что-то подобное упоминал. Но просто ее комментарий, типа, я там зацепил, я в видосе оскорбил Лепесина. И она написала, что, типа, там, я такой-сякой плохой, типа, и Лепесина я, типа, в обиду не дам, типа. Но на самом деле... Если бы мне было насрать, я бы даже видос не снимал. Если бы я не парился за клан, я бы вообще ничего на протяжении всего этого времени не делал. Я же не Ситора просто выходить. Я бежал с работы, заходил каждый вечер, старался за кланом. Делал ночами, до 9 утра я делал эти сраные видосы, чтобы выходило красиво, искал эту музыку, заставки. И в итоге я так ухожу, и тишина просто. Даже не попытались разобраться, вступиться или как-то объясниться. Ну, то есть, я, понимаешь... Я понял, что у нас там осталась горстка вообще. Там остались... Вот коуч, я с ним мало когда общался там. Лео. Но адекватный чувак. Лео, Ярик Фирмен, Спортик, Ярик, короче, все вот эти ребята. Но уже слишком мало людей. Там неадекваты засели прям под Лепесином. И этот же Туська, он сидел прям в пачке Лепесина. И он разговаривал с ним вот каждый бой. И оспаривать, сидеть там. Я даже перестал в ТС заходить, потому что дичь. Потому что мне начали новенькие рассказывать... что мои стримы виноваты, что я такой козел, и за меня мы, короче, сливаем бой. И я не мог это донести, я не мог объяснить, что вы стоите руками машете, я это показываю, и за меня это все слилось. Ну это же абсурд. Никто же голоса не видит, причем тут там то, что там... Они всегда стилы, знаешь, с клана, который искал в себе ошибки, начал искать ошибки в ком-то другом. То есть резы виноваты, я виноват, там еще какой-то чувак виноват, но никогда не они. И вот это была проблема ихняя. То есть своих людей они начали бросать, когда Лепесин увидел, что на место одного человека уходит, стоит в очереди четверо. Когда этот поток и шел бесконечно, когда мне написывали, когда люди просто ползли в клан, уже он не влазил, уже трещал по швам. И Лепесин думал, что это будет бесконечно, но это бесконечно длиться не может. Ты можешь набрать хоть 10 паков, но если они бегают по настроению, когда хотят и куда хотят, то это ничего не поменяет. Вы будете терпеть, как сегодня, это факт. Мне кажется, что если сейчас Алина, как бы, да... Ну, если они не смогут это все это сейчас реализовать, то есть не смогут, если Макс не возьмет свои яйца с полки и не начнет рулить кланом, понимаешь, не начнет просто ставить на место Арчи, понимаешь, и показать, где его действительно место, да, там, и, скажем так, не начнет, то ничего хорошего этот клан не ждет, реально. Потому что скилловых игроков, там может быть соло скилловые, но, знаешь, как бы одно дело быть соло скилловым, а другое дело быть... кланово-скилловым, да, то есть когда ты играешь в пакете, да, там, то есть тебе пакет скилл дает, это разные вещи, понимаешь, я могу сказать, что у них в клане скилла нет, это я сейчас вот смотрю на бои, я понимаю, что у них скилла нету, ноль скилла, и не важно, что там играют уже старички какие-то играют, что там есть рукастые пацаны, от них ничего не зависит, они уже не вытягивают, они просто терпят, и вся вот эта ситуация, что сейчас весь сервер против них, это ошибки Лепесина, но отгребает за него клан. И вот когда я делал видос, я специально вставлял красными буквами, чтобы видео не касается всего клана. Но при этом, ну, часть из людей, с которыми я бегал, как мне там написали, что я с тобой 2 года бегал, а ты меня разочаровал. Чем я разочаровал? Почему? Кто ты вообще такой? Кстати, Нубик передает привет и Крейзи. Нубик передает привет и Крейзи Джокер.
О, большой, большой, большой всем привет. Большой. Банда старичков. Ну, я одно могу сказать, еще так добавлю. По поводу вот этого, то, что ты сейчас сказал. Я считаю, что Алина не права в том, что она вообще сейчас заступается за Лепесина. Мне кажется, Алине нужно просто взять ремень и отлупить его нахуй вдоль спины, блядь. Чтобы он немножко очнулся, потому что он, блядь, спит, походу, у нас Лепесина где-то в углу там уснул. Его надо разбудить, потому что это пиздец. Ну, пиздец клану пизда становится. Это же видно, блядь. Ну, мне, допустим, мне вот ну, неприятно это смотреть, как минимум, да? Аналогично, мне монтировать это неприятно, понимаешь? Я понимаю, что я зацепаю частично видосами своих же ребят, которым бы я вообще не хотел бы трогать вообще. Я даже да. Сейчас как овощ в игру захожу, я никого не бью, мой клан бегает, бьет, я как овощ стою, просто снимаю, показываю, потому что, чтобы убить того же Тушку или Ситору, он всегда прячется за Фермэном, он всегда прячется за, там, за ребятами Вейлами, с которыми я играл бок о бок и которых я никогда бы не агрил бы в жизни. Единственный, кто меня жестко разочаровал, это Мурка. Это прям вообще, прям он меня выбесил жестко тупо. Накидался, походу, и начал мне там дичь писать, что я резал там Мурка, жопу. У него бывает такое, ты на него не обращай внимания, он парень охуенный, просто у него бывает такое, нет, так иногда у него там... Когда выпьет, ну, бывает. Владимир, я просто еще по старой памяти помню, что ты написал. Там, понял, иногда, когда выпьет. Ну, так вообще, брат, парень вообще охуенный. Ну, а так, в целом, я считаю, что по поводу тебя, все, кто смотрит, и те, кто будет смотреть, ребят, если вы адекватные люди и умеете смотреть ситуацию с разной стороны медали, я думаю, что вы поймете, что то, что я сейчас сказал со своей стороны, да, и Эмик сейчас это подтвердил, да, то, что он заснял. Я считаю, что это именно это он хотел донести, что он не имеет в виду, что там, блядь, там кто-то, ну, он находит виноватых, да, кто виноват действительно там в поражениях ваших, кто действительно именно корень проблемы в вашем плане, да, там. То есть он, то, что он ушел, и то, что вы, там, допустим, на него гоните, это неправильно. Наоборот, вы не правы. Он многое больше сделал, чем многое новеньких, которые у вас сейчас в плане. Он больше сделал для клана, я вот так скажу. Очень многое сделал. Он реально показал, кто вы есть, кто мы были на тот момент, и кто вы сейчас ими являетесь. Вот что он показывает. Нубик, привет. И я считаю, что он больше сделал, чем кто-либо в клане. Вот Финн передает привет, что возле тебя стоит. Возле нас. Да, тоже бандюк. Тоже адекватный человек. Мне просто, знаешь, адекватные с клана Стила мне написали, что они не держат... Финн чувак. Что? Финн это вообще тоже крутой чувак. Да, тоже, да, блядь, да, старичок хороший. Это свой чувак. Просто часть людей мне начали написывать, типа, знаешь, нормально, типа, что все, мы все поняли, типа, что, допустим, суть моей мысли, мою подачу в видео, все, они поняли, что их это не затрагивает, что вопросы вообще не к ним. А часть, ну, я так полагаю, это новенькие чуваки. Ты что, что они мне только не писали, что я предал Стилов, что Стилы мне, за счет Стилов я свой клан раскрутил, что я, короче... Я такой предатель, бросил своих, даже Алиночка как бы принесла мне позицию того, что типа ты предал своих. Но я бы не уходил бы от своих, если бы у меня была комфортная обстановка хотя бы малейшее уважение. А биться об стену и кричать вот там, как знаешь, как вот папа, разберись, кто прав, кто виноват, Лепесину. Элементарно, любой нормальный человек, лично мое мнение, не знаю, может меня поправишь. В той ситуации, когда Тушка открыл свою пасть, он бы как минимум его заткнул бы, мне напихал бы за мою игру, почему я ушел АФК во время боя. Да. Все, сказал бы, пацаны, играем дальше, нету проблемы, все. Но мне сказали, что я предатель, что я бросил своих. Ну такое, если я так ушел легко, то был ли я своим, я вообще не знаю. Слушай, а я видел другую ситуацию на самом деле. Я видел то, что да, ты там заблочил, да, по факту, но ты был не в пати, если не ошибаюсь. Так если ты не в пайке, тебя кто-то заблочил, это мог быть кто угодно. Вообще абсолютно, блядь, моб. Блядь, там бы стоял условно. И тебя заблочил моб, например, я так угораю уже. Ебать, ну тебя оставили без бафа. Почему? Ну, наверное, потому что ты, блядь, ну, может, нублисть не умеешь кидать. Я хую, ну, блядь, при чем тут ты? Ну, заблочил ты его, не смог двинуться. Там уже и так обречено все было. Там по видео было видно, что да, он там да, особо роли бы не сыграл. Причем тут это, ты нашел виноватым, что типа из одного человека вы всосали на Закине? Ну, ребят, ну алло, очнитесь, какой нахуй? Вы реально проиграли бой. Вы проиграли его почистую, вас просто, ну, вытеснили.
Что тут делить, ебать, уже? Все, закинули тело, все. Я тебе даже скажу, что я ушел из-за отношения, что в клане стилов уже стало нормальным вот так общаться. Никогда в жизни в стилах мы так не общались. Никогда вообще такого никогда. Не было. Нет, это пресекалось на корню. Это на корню пресекалось. Так даже не было людей, на которых можно было багриться. Вообще не было таких людей. Все были вот тупо дружные. Все вот. Я с ностальгией вот пересматривал старые ролики. Когда мы просто умирали, а у нас появлялось еще больше азарта идти. И после того, когда мы три раза упали, один раз выиграли, у нас тут просто эйфория была. Ну прям кстати, вообще. Кстати, у нас не было дисморали. Вот что не было, так мы еще больше. Я помню даже, я что говорил. Когда у нас появлялся какой-нибудь новенький, да, там, и начинал говорить. Ну все, пиздец, нам все проиграли. Я наоборот говорил, ты че, блядь, охуенно. Да, да, да. Ебать, ну собрался быстро. Нас вообще не погнали, парило. Блядь. Вообще не вообще парило. Вообще похуй. Ты че, бля, соберись нахуй. Все собрались так. Ты быстренько пересел. Нам нужен еще там кто-то куда-то. Так, Макс, давай сделаем Ярик, вот так. Вот так, Макс, в этот раз давай. Там ты пойдешь за мной. Там надо вот этих быстренько переехать. А потом уже как получится, блядь. Там, да, условно. Там будем дальше обговаривать. Ну, то есть тактики, да, там менялись вообще быстро. Мы с таким ажиотажем ходили. Нереально. Сейчас этого просто нет. Это плохо. Хотя, в принципе... Это разбудить можно. Почему можно? Потому что сейчас Стилвилл проигрывает. А раз он проигрывает, значит есть мотивация. Если есть мотивация, значит нужно найти людей, которые смогут их как-то взбодрить, там, да, там, как это может сейчас сделать только Макс. Потому что Арчи это, блядь, тряпка ебаная. Ну, в первую очередь нужно что сделать? Засунуть Арчи хуй в рот, и чтобы он заткнулся навечно. Его вот туда куда-то в пачку вниз скинуть, и да, каких-то криворуких к нему мясо, вот, тупо на мясо. Да, чтобы... да. Пусть сам учится с криворуками играть, и сам пусть еще, да, и криворуких пусть учит там вместе с ними. И вообще у него админку забрать. Забрать админку. Да, да, ты помнишь, сколько проблем из-за этого было? Конечно, нихуя себе он меня заблочил. Я когда зашел в тест, начал с ним агриться, он мне взял, короче, мне... Заглушил голос, когда я ему по факту стал говорить, типа, когда он мне говорит, ты кто такой вообще, мне говорит, понял, ты кто есть, ну, нихуя да, себе, чертил ебаный, ты кто нахуй, черт ебаный, ты ничего не сделал для клана, по сути, ты его не подымал, ебать, я знаю, что старички его подымали вместе со мной, мы его подняли с ребятами, Кейл тогда был, его заслуги там нету вообще, и ты, пидорас, еще будешь мне говорить, ебать, что мне делать, ебать, шляпа-то ебаная. Вот я понимаю, и из-за тебя, петуха, из-за того, что ты сосешь лепесину, клану пиздец происходит. Это видно, блядь. Это уже ну, не один. Ладно, если бы ты, Эмик, один об этом говорил. Я куча знаю пацанов, кто об этом говорит. Куча, блядь. У Пабло спроси, он тебе то же самое скажет. Да у любого парня... А Бризи он. У Бризи. Бризи вообще это хуя наваляет. У многих спроси. У многих. Даже, блядь, где тот же самый Ганс скажет. Беверли, то же Бризи, самое. Ганс, да, да. Беверли скажет, это пацан вообще с большими яйцами, нахуй. Беверли скажет, сто пудов, нахуй. Многие пацаны скажут. Знаешь, что мне понравилось? Очнитесь, нахуй. Вот почему мы были одним кланом. Когда Беверли ушел, я не знал, почему он ушел. И мы начали драться, и мы их убиваем, и он мне пишет, говорит... Типа, я ж поссорился с кланом, говорит, я с тобой-то не ссорился, и вот тогда я обалдел, я такой говорю, блин, ну настоящий соклан, адекватный человек, и даже вот Беверли заходил, мы разговаривали, переписывались мы переписывались, адекватнейший человек, просто, вот если человек, уйдя с клана, заходит обратно в клан и пытается образумить человека, ну, Кейла, да, рассказать ему, что не так, как минимум, он очень сильно парится за клан. Всякие такие туськи, они берут в крысу и уходят, и им насрать, что будет дальше с кланом, почему он сыпется. Но именно Беверли там или Бризи, я не помню, Бризи, он заходил, он разговаривал неоднократно, он был готов, чтобы клан вернулся, чтобы все было нормально, но его никто не слышал. Вот именно поэтому я понял тогда в этот вечер, что без смысла там разговаривать. Я мог бы зайти к Лепесину с Хавой, да, вот как половина клана, которых он оскорбляет, вечером поговорить с Лепесином, когда все уйдут, объяснить. Может быть, я бы ему донес бы это, но Туську он бы не вычитал, он бы его не наказал. И для него уже стало нормальным, что в клане вот так разговаривать. Такого никогда не было. Да, да, согласен. Полностью вообще. По поводу этого я помню. Ну, я объяснял это в 100 раз, просто мне очень много написало там людей, что типа я бросил своих. Тогда меня как предателя просто провожали, я тебе говорю. Та же Линочка, она мне не написала, что за фигня. Они все тогда были, они все это читали. И никто в защиту не написал, что не надо так общаться.
Я себя уважаю, я не буду такое говно хавать. Вот смотри, вот, вот что такое клан, да? Все люди, ну, очень редко такое бывает, когда люди с одного города, то и бывает с одного района. Такое бывает редко, да? Но я скажу так. Сейчас вот в любом клане, любой клан возьми, все зависит от твоего, не знаю, назвать, пусть это будет авторитет. То есть, да, кто тебя знает, с кем ты дружишь, кто с тобой давно играет, кто тебя уважает, да? Да. Из тех, кто тебя знает, кто тебя уважает и кто с тобой охуенно относится к тебе, да, там, у нас осталось, ну, их там уже почти нет в этом плане. У тебя поддержки вот, ноль, просто ноль, ебать. И когда Алина говорит, или кто-то еще говорит, да, там, я точно не помню, кто там сказал, там, что ты предатель, да, когда вы, люди, себе позволяете такие вещи говорить, вы же не задумываетесь о том, что за человека никто слова не может сказать. Раньше такого не было. Если была какая-то несправедливость, было куча мнений. И заходили нахуй, был, сидел или писин, сидели да, все. Да, мы разговаривали, мы обговаривали эти моменты. Да, и был, и если, допустим, Арчи где-то криво въезжает там, и он там какой-то поддержкой обзавелся там какой-то, хуй пойми. Ты чё, мы бы его сожрали бы, Макс. Он текал сразу, он ляпнул что-то и выходил. Да, конечно, мы бы его съели бы сразу, сказали, Арчи, иди нахуй отсюда, ты чепуха ебаная, блядь. Ты кто такой вообще? Иди отсюда нахуй. Все, он вообще ничего не решал. Ничего, его мнение просто не учитывалось нигде, блядь. Он мог только подсасывать. Это факт, блядь. Это реальный факт. Так он, знаешь, что он мне зарядил? Типа говорит, бери UFC, бери Беверли, или бери Бризи, он Бризи ненавидит. Бери Бризи, заходите, типа я вас... Бризи, заходите, типа я вас раздолбаю, типа в Тесе. Я говорю, ты детский сад, говорю, ты будешь на меня там орать полтора часа, пока у тебя голос не сядет. Это твое достижение, вот этим ты называешь себя мужиком. Тем более, когда мне рассказывают пацаны, когда они встречались все вместе в Москве, говорят, он ни одного мата не проронял. Он настолько был интеллигентным, аккуратным, потому что знал, что ему просто вынесут мозги просто с одного удара. Он просто дауном был бы до конца своих дней, бы, и все. Я хотел бы, знаешь, что добавить по поводу того, что, типа, это в плане защиты. Мне кажется, если бы реально мы бы присутствовали, да, ты бы с клана бы не ушел. Вот, ты бы сам вот, бы да, никогда да. бы не вышел, потому что ты знал, что там есть люди такие, как я, блядь, Пабло, нахуй, Урбан, Беверли. Я сейчас там, я кучу могу людей назвать, которые, ну, сам всех знаешь. Если бы они были бы, ты бы никогда бы сам бы с клана да, бы не вышел. Да, да, это факт, это факт. Ты такой думаешь, ты, ну, реально. У меня в мыслях такого не было, понимаешь? Тебе бы никто бы не дал бы с клана. Вот, типа, вот, сказать, вот, и вот это свои, вот это сокланы. А то, что там было, то уже не сокланы. Правильно, вот. Потому что ты никто, и звать тебя никак, тебя никто не знает. Тебя знают единицы. Кто ты такой? Да, ты, да, блядь, да. Ты пилишь видосы. Все, как бы заебись там и так далее. Ну, тебя-то, по сути, в игре никто не знает. Ты, как бы, раньше ты играл часто. Сейчас ты играешь редко. Ты работаешь, у тебя там семейная жизнь и так далее. Да, то есть, ты, как бы, это... Ты заходишь, ты еще до 9 утра еще и видосы пилишь для них. Это я считаю, что вы немножко, ребята, оборзели там. Я считаю, это мое мнение. Я не знаю, как другие скажут. Я считаю, что вы уже оборзели и охуели. Из-за своего ЧСВ. Реально. Это я Лепесину да, скажу и всем остальным. Вы реально охуели. Я просто пытался в тесте сказать, но меня никто не переместил. Я зашел, блядь, в гостинку и сидел, как, блядь, не пришел пизде колпак. Ебать, никому нахуй не нужен. Потому что Ситора обосрался после вот этой ситуации. Он же там на тебя говорил кучу грязи. И я ж, типа, так, разговаривал с ним. И он, походу, вот это все убрал. А что он может мне... Что он мне может сказать по факту? Ничего. За меня люди могут сказать. А за него кто может сказать? За него каждый второй говорит, что он, блядь, ебаная. Вы понимаешь, вот о чем речь. Понимаешь, ну как бы, ну я вот что могу сказать. То есть у нас как бы есть, вот, конечно, очень бы хотелось, чтобы, конечно, все это вернуть. Знаешь, я бы хотел бы окунуться в то время, когда мы ебашили срезами. Это да, было классное да, да. время. Я, честно говоря, с большим уважением сейчас могу сказать, отношусь к варам, то, что они вообще были у нас. Потому что они дрались, давали оппозицию, что была какая-то интрига. Я ролики монтировал, я с таким восторгом, я сидел, думал, как это красиво сделать, когда мы вытаскивали невытаскиваемое вообще. Да. Когда мы творили просто, ну, нереальную дичь. Я хорошо помню ролик, когда взяли много ВЛов, варов немерено, мы их просто засасываем в себя, короче, они ничего не могут сделать, и мы стоим такой, ну, просто мы тупо стояли... полчаса, и они от беспомощности улетали в город. Просто от беспомощности. И ни один ВЛ не умирал. Да, и вообще, да, да. вот что самое красиво. Смешное, что ни один ВЛ не мог умереть. Никто не горит. Кто-то из резов, я уже не помню, говорил, типа, Тёмич, скажи, пожалуйста, типа, почему у вас ВЛы, сука, не умирали? Ну, просто да, там да, какой-то да. был момент, я говорю, я не могу тебе все рассказать. Почему? Потому что есть определенные фишки, да, там, почему ВЛ может жить долго. Это не потому, что ты, блядь,
бафнул там вейку, блядь, или еще чего-то там и так далее, или потому что тебя МДФ активный в пике. Нет. Есть определенные фишки, и это мы тренировались этими фишками. Это многие знают в плане Steelview эти фишки, понимаешь? Но сыгранности сейчас знали, нет. Знали. Нет этих фишек. Я когда захожу, вот даже больше скажу. Вот возьмем Андрюху, да, коуча. Он и возьмем Финта, возьмем Леву. Все их со мной играли, все меня хорошо знают. Адекватные ребята вообще. Охуенные пацаны. Это мои ребята, я их, блядь, к ним очень хорошо отношусь. Они умеют играть, пацаны. Они очень рукастые, пиздец. Еще я много... Люкс, вот, Люкса главное не забыть. Люкс. Анима, да. Да, много еще я, может быть, кого-то забыл, там, не назвал ребят, там, не обессудьте. Вот много ребят, которые действительно умели играть. И они знают все фишки. Я каждого контролил, каждого, абсолютно каждого вейла. Но потом дошло до автоматизма. До такого автоматизма дошло, что даже контролить не надо. Мы играли молча. Да. Я тебе без преувеличения скажу, что большинство боев, когда была ваша вейл-пачка, мы затаскивали за счет вас, потому что мне писали все поголовно. Мне на стриме в личку писали, говорят, без вашего вейл-пака вы никто. Миллион раз это мне правда. Это писали. Мне за это мозги выносили просто по-жесткому. И я всегда говорил, заведите такой же, то есть без проблем. Ну, это заслуга была ваша. Мне вот было немножко было неприятно, знаешь, честно скажу, как бы мне было неприятно не только за себя. Я понимаю то, что моя заслуга того, что наш VL-пак тащил 10%. Вся остальная заслуга ребят, которые со мной играли, да, там в моем пакете. Мне было неприятно за пакет, когда говорили, что типа, да что вы там делаете? Типа, знаешь, там... Да не, это говорили те, кто руки и жопы. Такое, ну, это абсурд. Типа, знаешь, ну, нет, это говорил Лепесин, это говорили многие, что, типа, ну, знаешь, и всякие мозги там... Мозги жопы, потосы. Значит, у Лепесина. Знаешь, типа, там, что мы, типа, блядь, ну, кто такой там Тёма, ебать, Лепесин... Кто такой Тёма, блядь, типа, UFC? Ну, кто он это, такой вообще? Смотри, он это говорил, но когда ваша пачка ушла, у нас были темные очень времена. Мы тупо сыпались вообще просто. Мы жестко сыпались. Мы ничего не могли сделать очень долгое время. И все считали, что наша пачка не решает. Ребята не решают. Вот и все. Вот это мне было неприятно за пакет. Реально. Да не, ну там результат налицо. Там просто у нас после того, когда наша стоп-пачка ушла, мы несколько месяцев просто ничего не могли сделать. То есть мы даже не искали никаких проблем, причин. Мы все знали, почему мы умираем. Да, да, это факт. Но никто никогда бы не признался, никогда бы не признался Лепесин, что типа из-за меня, то есть, ну, типа из-за меня пачка, ну, пизда к вам. Не-не-не, никогда. Ты же знаешь, он очень гордый чувак. Конечно. То есть, мы ему впятером не могли донести какую-то мысль, пока не встревала Алина, не раскидывала нас всех, не соглашалась с нами, и все. И все. Окей. Алине вообще респект в этом плане. Да, Алинка вообще, не знаю, я к Алине всегда вообще охуенно относился. Алинка это прям молодец вообще. А благодаря ей очень сильно план держался на самом-то деле. Да, и... она очень много ссор парировала, очень много. Вообще, бля, это такой человек просто, знаешь, не знаю, как его назвать, но это бомбовский человек. И не знаю, кто бы что про нее не говорил, у меня о ней только хорошее восстание и все, ни капли негатива нету. А вот именно то, что говорили многие люди, да, там, куча людей говорила там про меня, там, то, что я там, типа, я считаю, что я виноват, то, что пизда стала к вам, на самом деле, моя вина, потому что, по большому счету, я ушел в L-пакет, Люкс еще тянул пакет, еще, пока меня не было, потом я узнал то, что Люкс все сказал, все, нахуй, уже не могу, я с ним переписывался, он мне говорил, что все, меня уже заебало, это вся эта петушня. Меня заебало то, что, блядь, ну, мы уже тогда пророчили, что клану будет пиздец. Почему? Потому что Арчи пришел. Потому что я он начал всем забыл, писать хуй. Если честно, вообще забыл за Люкс. Люкс уже тогда сказал, все, пизда клану. Люкс уже тогда говорил, ибо и я, и с ним, мы с ним переписывались, прямо он говорит, все, клану пизда. Я говорю, да, клану пизда. Я как раз ушел, а он остался. Он говорит, Тёмич, блядь, что бы, я не знаю, что делать уже, я просто не знаю. Идли ушел, ебать. Урбан ушел, он то играет, кто не играет, то есть как бы к Урбану там отдельное. Ну много пацанов ушло. В отдельной комнате. Все, говорит, нет, все, Беверли ушел, Биш мой, блядь. Он был мой Биш. Но не всегда, блин. Это был мой Биш, блядь, кто бы что ни говорил. Он играл со мной в пакете, блядь. Он был охуенный Биш, ебать. Он, у меня его забирали, я его отдавал только в том случае, когда у меня заходили самые-самые старички. Я его отдавал, говорю, Беверли, иди помоги там. Помоги, чтобы, блядь, там было все заебись. Все. И он всегда говорит, многие даже других пакетов мне писали в ПМ, говорили, Тёмич,
я хочу играть в твоем пакете. Я не хочу играть, блядь, с ними, не хочу с ними, я хочу в твоем пакете играть. Со мной в пакете. Все со мной играли, кто тоже играл. Все со мной играли, кто тоже со мной играл. Все помнят, как было кайфово. Никто не скажет, что я для кого-то там пидорасил кого-то. Ни разу не пидорасил. Ни одного человека, кто играл со мной. Всегда диалоги были адекватны. Всегда. Да наоборот, мы наоборот, ну такой был классный, блядь, такой, знаешь, типа, как это назвать, посыл такой был классный у нас, друг другу, просто охуенный прям, я как вспомню, мы друг друга заряжали на бой, заряжали. Когда был Урбан немножко разбавлял, знаешь, там, подъебами всякими, да, да, там, да. Всякими приколами, он разбавлял немножко обстановку, да, там было прикольно, и для Геда разбавлял, ну, классный был пакет, базара нет. Сейчас, конечно, бля, печально смотреть на клан Силью. Реально, мне, бля, да, вот реально. Да, то же и самое. Стыдно, по большому счету. И в тот же момент, как стыдно не за клан, а за себя, то, что. И как бы по большому счету, я считаю, что я виноват, то, что я ушел. Но даже на стриме там пишут, что Стилы решало количество стопов. Я даже больше скажу, те, кто на стриме пишет, ребят, скажу вам одну истину, одну правду, да. Мы когда ходили, брались против резов было где-то плюс-минус, да, точно не помню. По-моему, 4 или 4,5 пакета, я как сейчас помню. У нас было 3 пакета. И резы не могли ничего сделать нашим пакетом стопов. Ничего не могли сделать. Были такие времена, да, реально. Как бы, ну, наш пакет тогда был на охуенном уровне. Ну, мы в 5 вейлов, 4 пеша играли, и мы выигрывали. За место, лютые за место тащили. Хотя и были моменты, ребята, не скрою, были моменты, когда нас очень жестко унижали резы. Прям вообще меньшим количеством убивали большое количество. Такое тоже было. Было, и ну, как бы это не скрыть. Но по большому счету, чаще всего было на победу за нашей стороне. На нашей именно стороне. Потому что мы полностью доминировали резы. Полностью. Вот и все. Поэтому наш топ-пакет был основным. А по поводу типа количества вейлов вы сказали, я скажу, еще добавлю больше. У нас было количество вейлов, второй пакет вейлов был не настолько сыгранный, как был наш пакет. То есть от него особо ничего не зависело. Его была основная задача держать один пакет и все. А все остальные пакеты держал только наш пакет. Он только двигался в одну сторону или в другую. А они стояли, тупо держали один пакет и все. Ихняя была задача такая, жить. Но чаще всего они с ней не справлялись. А поэтому почему вытягивал он ушел? Только наш Мариарти. Пакет. Именно стопов наш. Потому или что мы держали. Мы держали одним пакетом два пакета. 5 вейлов, ребят, это правда. Это ну как бы, ну, это знают и вары знают, это знают и я это знаю, и многие ребята знают. Как бы, ну, я не буду врать на этот счет. Поэтому, ребят, самый крутой пакет был у нас. Вот почему? Смотри, там уже сейчас на стриме пишут: типа, а ты в курсе, это тебе пишут, что Стилов 3 пакета, а резов 5 плюс подсосы. Я уже сегодня на видосе вспоминал, что это ваша проблема, что у вас 3 пакета. Резы собрались, резы занимаются кланом, резы активничают, резы постоянно что-то изменяют, а стилы сидят и ждут, что им сейчас привалит еще 3 пакета где-то сверху, да. Что боженька пошлет или админ пошлет, или вы затащите за счет былой славы или скилла. Я легко вопрос, кто виноват. И я считаю, что на самом деле, пацаны, вы приходите на эпик для чего? Чтобы его забрать? Вот этот стрёмный Закин, стрёмный Баю, Валик. Вы приходите, вообще собираетесь на эпик, на 1200, чтобы его забрать? Очнитесь, алло, вы чё? Вы ради чего играете? Ради этого пикселя? У вас уже у всех все есть. Алло, ребят, вы приходите в 3 пакета, да? Их приходит там, сколько он сказал там? 4, да? Так там, как всегда, у них 6 пакетов варов плюс подсосы. Пусть будет 6 паков, ребят, будет 6 пакетов. В том, что у вас пришло в 3 пакета, виноваты вы, правильно я им сказал. Вы в этом виноваты. Ну, по большому счету, виноват в этом Арчи, на самом-то деле. И вся его вот эта вот шайка братья, вот эта вот, беспонтовая. Это ладно, оставим это как бы я позади. Я за него ответил. Просто. Но, ребят, я вам скажу больше. Если вернется КЛ, действительно вернется и возьмет свои яйца с полки, поверьте мне, потому что если он возьмет реально руль в свои руки, а он это может сделать, если он захочет, и если он не будет там орать матом на всех, а будет просто как он раньше с нами, да, с уважением относиться. Да, кланом. Именно с уважением, без мата. То тогда будет все охуенно, ребят. Тогда и к вам пойдут люди. Главное не унывать. Главное наоборот себя заряжать. Пусть их будет больше. Приходите, делитесь нахуй. Не за эпик. За клан делитесь, ебать. За идею делитесь. За фан делитесь, блядь. Похуй на этих подсосов. Похуй. Они сегодня вам подсасывают, завтра им. Да пизды на них. Вам самим, блядь, ну,
понимаете, есть престиж. Вы его уже потихоньку вы просираете. Похуй на них. Блять, соберитесь нахуй, деритесь, похуй. Вы должны за идею драться. Вот, допустим, есть, допустим, Андрюха Ковач. Реально, он авторитетный человек. Финт и так далее. Это авторитетные старички, которые... У них скилла больше, чем у многих в клане. Вы должны их слушать и прислушиваться к ихнему мнению, блядь. А Лепесин должен, реально обязан прислушиваться именно к этим людям. Да, да. Если он этого не будет делать, пизда, опять же, все, это опять он падает в дно. Вот сейчас так и происходит, он никого не слушает, кроме Ситора. Никого. Вот. Ситора ноль, блядь. Макс, очнись, это, блядь, это ноль без палки. Это вообще ноль, блядь. Он ничего не может, это ноль. Все, так он, понимаешь, он не приносит пользы, он наоборот топит. Абсолютно. Ну, не то, что я там обиженный какой-то, а по факту. Больше людей ушло, чем пришло. Даже сейчас мне пишут, что если убрать Арчи Стилов, то Стилы еще могут что-то сделать. Могут, Стилы, конечно, могут, там есть люди толковые. Там очень много адекватных, крутых ребят. И дай бог, чтобы у них все было хорошо. Но на самом деле, пока будет эта гниль там сидеть, или... Его можно оставить, убрать куда-то, но не давать ему рычаги в руль. И все. Потому что, блин, он столько людей при мне, это только то, что я был в ТСе, я слышал, сколько людей он просто откикал. Человек заходит на стрим, мы с ним разговариваем, Ситори что-то он не так ответил. Наехал на него, оскорбил и выкинул. Это вообще бред. Это прям вообще бред. Но эти времена прошли, когда стилов было по 6 паков. К сожалению. Ну, я думаю, что оно, мне кажется, знаешь, ты говоришь, к сожалению, а я считаю их лучшим. Надо на место ставить просто ЧСВ. Надо, это показатель, что чем ты это выше себя ставишь. Да, да, да. Конечно, это прямо это унижение реально. Это, ну, прямо скажу, это унижение. Это пощечина реально, потому что вам показали то, что, ну, по факту, что вы можете, что вы делаете. Вам реально, это для вас это мотивация. Я же еще раз говорю, это... Нужно сейчас собраться. Бот сломался. И я считаю, что нужно Максу взять свои руки и прислушаться к старичкам. Они плохого не посоветуют. К Андрюхе, там, к Финту, если он захочет что-то либо сказать. Хотя Финт, он такой немногословный. Он обычно ничего не говорит, как бы он только по делу всегда говорит, да, там, если он захочет сказать. То есть там другие ребята, если что-то говорят, нужно прислушиваться. Нужно их ставить в приоритет Арчи выше него. Плевать, что Арчи делает для клана. Насрать, он нихуя не делает. Он больше тикает, чем он добавляет. Поэтому, если это все сделать, реально может. Силы могут. Это сильный клан. Хоть там играет много там всяких вафлей, но это сильный клан. У них КЛ реально... хороший, в принципе, если бы занимался, да, и был бы как раньше. КЛ. Мне знаешь, сколько людей написали, что типа... Раньше КЛ был адекватным. Мне так много людей этого написало. Типа, говорят, мы раньше были в клане, Лепесин был адекватный, а сейчас, говорит, ну, это вообще другой человек. Просто вот тупо другой человек. Вот серьезно, я тогда обалдел, когда мне эта тушка зарядил такую фишку, и в клане тишина. Ноль. И я такой, да, ну, вот это клан стилов. Я такой, наверное, уже от клана тут один значок. Да. Это грустно. Ну, я думаю, что если